Песня из кинофильма «Неуловимые мстители» исполняет Денис Овсянников. Середина 70-х годов, когда я работал в комсомоле, в комитете комсомола Северского трубного завода, наша организация, мне кажется, во все годы она держалась примерно на одном уровне, на уровне 2500 комсомольцев, и она была опорой нашего городского комитета комсомола. Что было интересным и запомнилось мне в те времена, вот проходил обмен комсомольских документов, комсомольских билетов. Задача заключалась в том, чтобы не только там уточнить анкетные данные каждого комсомольца, а побеседовать с каждым членом комсомола, выявить его проблемы, вопросы, что интересует конкретного человека, что интересует вообще. Вот заключался в этом обмен комсомольских билетов.
На заводе было много различных мероприятий. Владимир Витальевич уже проговорил, что у нас важным событием была комсомольская ударная стройка цеха Т-1, где вот мы создали свой отряд наряду, что к нам приезжали со всех городов области комсомольские отряды на строительство. На заводе был свой создан отряд, постоянно действующий, и набирался отряд с таким условием, что они, комсомольцы этого отряда, перейдут работать в цех Т-1. А желающих тогда было работать в новом цехе очень много. И как бы некий отбор был, чтобы попасть в новый цех. Ну, а мы поддерживали, к примеру, инициативу комсомольцев. Вот комсомольцы Обедкин Николай, Викулов и Герк решили совершить велопробег по городам-героям. Комитет комсомола завода поддержал инициативу этих ребят. Мы помогли им, чтобы они, отпуск был у них в одно время. Дополнительные дни согласовали с администрацией завода им, потому что требовалось где-то 40 дней, чтобы пройти на велосипедах по городам-героям. И они совершили, ребята, это путешествие, этот пробег, который длился вот именно 40 дней. И рапортовали потом заводской комсомольской конференции, что они вот это сделали, и молодцы, конечно, все были очень, ну, довольны, что вот среди нас есть такие ребята, которые могут вот путешествовать на велосипедах такое длительное время. А у меня была яркая комсомольская жизнь, особенно когда профессия связала меня со школой. Какие активные были ребята! Они всегда стремились вперед, стремились к лучшему, быть первыми. А сколько песен мы с ними перепели. И это не только на смотрах художественной самодеятельности. Это в лагере, у костра, на сборах, на субботниках. Такие песни были прекрасные. Я думаю, мы и сегодня все их помним. И одну из них напомнит нам Анна Алькова. Встречайте. Анна Алькова, песня «По Ангаре». Гудок парохода уплывает в таежную тьму. Две девчонки танцуют, танцуют на палубе. Звезды с неба летят на корму, а река бежит, зовет куда-то. Плывут сибирские девчата навстречу утренней заре. По Ангаре, по Ангаре, утренней заре. По Ангаре верят девочки в трудное счастье, не страшны ни дождь, ни пурга. Ведь не зря звезды под ноги падают, падают, и любуется ими тайга. А река бежит, зовет куда-то, плывут сибирские девчата навстречу утренней заре. По Ангаре, по Ангаре, навстречу утренней заре. Будут новые плыть пароходы, будут годы друг друга сменять. Но всегда две девчонки, девчонки на палубе вдвоем будут вальс танцевать. А река бежит, зовет куда-то, плывут сибирские девчата навстречу утренней заре. По Ангаре, по Ангаре, навстречу утренней заре. По Ангаре. Многие из вас помнят фильм «И это все о нем». Мы смотрели его, переживали, переживали за главного героя. А сегодня Светлана Домрачева и Наталья Казанцева исполнят нам песню из этого фильма, которая носит такое поэтическое название «Сережка ольховая». Уродит ли ветер в ладони сережку ольховую? Начнет ли кукушка сквозь крик поездов куковать? Задумаюсь вновь, и как нанятый жизнь истолковываю, и вновь прихожу к невозможности истолковать. Сережка ольховая, легкая, будто пуховая, но сдунешь ее, все кажется в мире не так. И, видимо,
жизнь не такая уж вещь пустяковая, когда в ней ничто не похоже на просто пустяк. Сережка лиховая выше любого пророчества, тот станет другим, кто тихонько ее разломил. Пусть нам не дано изменить всю немедля, как хочется. Когда изменяемся мы, изменяется мир. Сережка лиховая, легкая, будто пуховая, но сдунешь ее, все кажется в мире не так. И, видимо, жизнь не такая уж вещь пустяковая, когда в ней ничто не похоже на просто пустяк. И с ней душа переменами неозлобимая, друзей не понявших и даже предавших прости. Прости и пойми, если даже разлюбит любимая, Сережка ольховой с ладони ее отпусти. Сережка ольховая, легкая, будто пуховая, но сдунешь ее, все кажется в мире не так. И, видимо, жизнь не такая уж вещь пустяковая, когда в ней ничто не похоже на просто пустяк. И, видимо, жизнь не такая уж вещь пустяковая, когда в ней ничто не похоже на просто пустяк. В то время, впрочем, наверное, как и сегодня, главным рупором эпохи была газета. Да, конечно, свежие издания раскупали мгновенно. Всем хотелось узнать, что нового произошло в стране. Сегодня на нашем празднике корреспонденты газеты «Рабочая правда». Встречайте! Добрый вечер, дорогие комсомольцы. Мы предлагаем вспомнить события почти 60-летней давности. Итак, публикация в «Рабочей правде» от 7 ноября 60-го года. Празднично одетые учащиеся старших классов 6-й школы заполнили фойе клуба строителей. Странное дело, обстановка праздничная, а разговоры отнюдь не беззаботная болтовня. То тут, то там можно услышать: ой, забыла, что такое демократический централизм? А вы слышали последние известия? Комсомольское собрание было не совсем обычным. Здесь собрались не только комсомольцы школы, но и комсомольцы-строители, и даже несоюзная молодежь. Взволнованные, но внутренне подтянутые, они по одному поднимаются к столу президиума и встают лицом к товарищам. Вот тут-то, перед сотнями глаз, захочешь или не захочешь, а вспомнится все хорошее или плохое. Когда был первый съезд комсомола и как он назывался? Первый съезд комсомола был с 29 октября по 4 ноября 1918 года. Он назывался «Первый всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи». Молодец, Галя, правильно. Но было бы ошибочным сказать, что комсомольцы с готовностью открыли двери Ленинского союза, скрепленного кровью, жизнями и подвигами своих ровесников, для всех, кто пожелал вступить. На сцене Надя Чеботарь. Надя, а ты помогаешь родителям? Помогаю. Комсомольцы оживленно заговорили. Надя, ну как же так? Нет, не созрела она для комсомола. Надю Чеботарь принимать в комсомол пока рано. А я уступаю микрофон заместителю редактора газеты «Рабочая правда» Ирине Сутягиной.
Дорогие друзья, на этом сценка не заканчивается. Сегодня в этом зале есть непосредственный участник тех событий, которые мы показали. И я приглашаю его на сцену. Активные комсомольцы поговорили с ней, наставили, так сказать, на путь истины, и Надя была принята в комсомол. На следующий год. Браво! И об этом писала «Рабочая правда». Дорогие друзья, комсомолия, с юбилеем! Пусть комсомольский задор никогда вас не покидает. Счастья вам, удачи! С праздником! С днем рождения, комсомола! Внукам своим расскажем, как мы по жизни шли, что мы создать сумели, что мы сберечь смогли. Памяти в ней не стынет, прожита жизнь не зря. Я говорю и ныне, комсомол — это гордость моя. Это юность моя, это дружба моя. С ним так много дорог я прошел. Это память моя, это вера моя. Комсомол, комсомол, комсомол. Пой нас в один корчагин, космос Гагарин вел. Раз самотлор Магнитка, все это комсомол. Совесть и честь России были тогда в строю. Я и сегодня с вами комсомольскую песню. Это юность моя, это дружба моя. Так много дорог я прошел. Это память моя, это вера моя. Комсомол, комсомол, комсомол. Мы не хотим покоя, внуки у нас растут. Будущее столетие, они пойдут. Пусть, как и мы когда-то, множат дела отцов. А над страною веет наш с тобой непрерывающий зов. Это юность моя, это дружба моя. С ним так много дорог я прошел. Это память моя, это вера моя. Памяти в ней не стынет, прожита жизнь не зря. Я говорю и ныне, комсомол — это гордость моя. Это юность моя, это дружба моя. С ним так много дорог я прошел. Это память моя, это вера моя. Комсомол, комсомол, комсомол. Это юность моя, это дружба моя. С ним так много дорог я прошел. Это память моя, это вера моя. Комсомол, комсомол, комсомол.